Разрешить? А, да-да, заходите, Помполит. Присаживайтесь. Спасибо. Я, товарищ капитан, вот, собственно, зачем. Да. Я понимаю, хлопот у вас было выше головы, принимали судно. Да и сейчас в море скучать не приходится. Но все же нам с вами надо бы обстоятельно поговорить. Да, вы правы. Давайте сегодня. Когда вам удобно? Назначайте, я спланирую свое время. Ну, тогда через полчаса. Я проведу штурманское занятие и буду в вашем распоряжении. Ах, вот как вы начинаете занятия со штурманами? Очень хорошо. Ну, особых похвал тут не требуется. Это моя прямая обязанность. Вячеслав Семенович, штурмана собрались. Да, прекрасно. Ну, пошли, старпом. Так, значит, жду вас через полчаса, Николай Степанович. Есть. Николай Степанович, можно к вам? Да, пожалуйста, заходите, Стармех. Слушаю вас, Георгий Александрович. Видите ли, мне надо посоветоваться. Я хочу подать капитану вот этот рапорт. Вчера я не допустил к вахте машиниста Васильева. Он был пьян. Вот. Рапорт старшего механика Жабрева. Угу. Я за списание его с корабля. Но удобно ли подсказывать капитану меры взыскания? Вы ближе к начальству. Простите, Георгий Александрович, а в котором часу все это было? Это перед самой вахтой. Это значит что-то в 23:55. 23:55? Странно. Что, собственно? Вчера ночью в 11:30 я встретился с Васильевым на причале. Мы вместе поднялись на судно. Настроение у парня, конечно, было неважное, но он был трезв, как стеклышко. Вы что, вы мне не верите? Просто вспоминаю. Значит, расстались мы приблизительно без четверти 12, и получается, что за 10 минут он должен был спуститься в каюту, переодеться, напиться и... Может быть, вам все это показалось, Георгий Александрович? Черт его знает. Может быть. Георгий Александрович, такие, с позволения сказать, методы сведения счетов с подчиненными... Такого бы не одобрил капитан Сомов. Капитан Сомов прежде всего не поставил бы под сомнение мой рапорт. Следитесь, Жабрев. Один из ведущих командиров советского судна. Мы с вами одни, Стармех. Мое предложение. Будем считать, что вы этого не писали. Верните рапорт. Прошу. Дела. Итак, Николай Степанович, я слушаю вас. Видите ли, Вячеслав Семенович, говорить можно о многом. И вы, я думаю, сами уже многое заметили. На судне, например, не очень-то чисто в жилых помещениях. Оставлять желать лучшего внешний вид команды. Моя вина, что... С этим ясно. Сегодня на командирском совещании предложим подтянуть людей. Вы начнете, я добавлю. Но сейчас, Николай Степанович, давайте брать быка за рога. О самом главном. Вячеслав Семенович, машинист Васильев подал вам сегодня заявление о списании его с судна? Да, подал. Мотивировка?
Ну, его матери изба в деревне сгорела. Надо ехать помогать. А в чем дело? Да видите ли, вчера вечером старший механик Жабрев попросил Васильева привезти ему с берега ящик боржоми. Но попросил это для изящества формы. Васильев торопился в город, чтобы успеть отправить перевод матери с ближайшей почты. Но на почту он все-таки опоздал. Пришлось ехать в центр на главный почтамт. И боржоми, естественно, не достал. Ну и что же? Когда Василий вернулся на судно, Жабрев встретил его бранью. Так, ну? Ну и крупно поговорили. Да. Вот так. Информация к размышлению. Почему Васильев, да и другие не раз выполняли такие просьбы? Не только Жабрева, а вообще старших по должности. Да-да, я понимаю вас. Почему за 2 месяца, что я на Оке, со мной никто словом не обмолвился в осуждение подобных порядков? Даже из Васильева все пришлось вытягивать по слову. И вот это и есть, как я понимаю, главное. Отсутствие у большинства людей на Оке веры в возможность на нашем судне нормальных человеческих отношений. Да. Многого я ожидал. А чтобы так все. Приказами здесь не поможешь. Поработать нам с вами придется. Еще как. Вячеслав Семенович, пожалуйста, Жабрева пока не трогайте. Мы с ним побеседовали. Хорошо. А матери Васильева надо, конечно, помочь. Помочь-то поможем. Возможности у пароходства для этого есть. Только вот... Что? Что-нибудь задумали? Ну, рассказывайте, рассказывайте. Рассказать-то легко. Вот что получится. В общем, так. Хочу поговорить с командой. Кто плавает на Оке больше полугода, прошу поднять руки. Так, 12 человек. А кто больше года? Трое. Трое. Вот видите, какие мы, в общем-то, не очень знакомые люди. Да, соплаватели. Именно. И вот сейчас у одного из нас случилась беда. У матери машиниста Федора Васильева сгорела изба. Да, Федя рассказывал. Ух ты! Да. У матери Васильева? Видите, многие даже не знают. Так что будем делать? А сам-то Федор где? В машине, его вахта. Это хорошо, что его нет, без него поговорим. Мать Васильева вдова, Федор у нее один. Решайте сами, законов тут не писано. Может, надо что-то делать, а может и не надо. Федор на Оке без году неделя, и уходить, я слышал, вроде собирается. Да что тут решать, если по-человечески, конечно, надо помочь Федору. Посмотри, как Федор тебе поможет. Это почему же? Снега зимой не даст. Да сам-то ты больно щедрый, а Федор он... Да чего Федор-то? Ну чего Федор-то? Эх, молодь, о нем речь, что ли? У матери Васильева горе, а мать слово особое. А если с твоей матерью, да такое, или вон, с его, и помочь кроме тебя некому. Да я чего? Я ничего. Только как это помочь некому? А колхоз? Страховку должны выплатить. Да чего там? Пусть судовой комитет с капитаном решает, чтобы, значит, из судового фонда деньги выделить. В пароходство, в плавсостав, радиограмму. Можно слово, Николай Степанович? Так ведь каждый вроде сам слово берет. Тогда я взял. Какие вы все, погляжу, умные. Все знаете. Страховку вспомнили, фонд судовой, комитет плавсостава. Правильно. Государство у нас богатое, законы для народа. Человек один в беде не останется, помогут. Другие. А мы?
Да сейчас мы все на оке только соплаватели. А почему? Да потому что жизнь у нас была такая здесь. Вот это точно, верно, вот именно. Верно. Я, а что, не так? Я не знаю, как будет при новом капитане. Про Вячеслава Семеновича хорошие слова говорят, но не об этом речь. Я к тому, что сколько бы кто на оке не плавал, а все равно все мы моряки. Жизнь наша с морем крепко связана. И Васильев, каким он там ни был для кого, тоже моряк. 3 года в море. Молодец, парень, правильно, молодец. А у моряков, Николай Степанович, много есть законов неписанных. Да каждый из нас за тем же Васильевым в шторм под волну разве не бросится? А здесь, сейчас, да о чем мы? Что тут решать-то? Да что ты раскричался? Ну кто против? Ну что, верно, ну, давайте кто? Скинемся, чего там? Не торопись, парень, не в магазин бежишь, не закроют. Тихо, товарищ. Подожди, тихо. Я тоже считаю, что помочь обязательно нужно. Обязательно. Но вношу такое предложение. Поручить 2-3 толковым, чтобы все продумали. С колхозом, чтобы вошли в контакт от имени судна. Что те думают, чем располагают. Изба само собой. А еще и имущество сгорело. Словом, чтобы и мы, моряки, в стороне не остались. Правильно. Да, и надо записать. Конечно. Чтобы все это организовано. Все правильно. А ведь не обманулся ты в них, Помполит. Будете вы, будете и скоро настоящим экипажем. Вызывали, Вячеслав Семенович? А, Николай Степанович, да, вызывал. Проходите. Дело вот какое. Войдите. Вы просили зайти. А. Проходите, товарищ Жамрев. Георгий Александрович, давайте откровенно. Вы догадываетесь, зачем я вас пригласил? Я лучше послушаю. Вячеслав Семенович, может быть, мне лучше потом? Сидите. Если Георгий Александрович сам устроил демонстрацию, чего ж тут деликатничать? А ведь вы, Стармех, вчера присутствовали на командирском совещании, когда шел разговор о внешнем виде экипажа. Да. И тем не менее, утром к завтраку вы явились небритый. Вот в этом свитере, с которого чуть не течет машинное масло. Или нужно объяснять специально, что мои требования относятся и к вам. Объяснять, почему мне не безразлично, как внешне выглядит старший механик Жабрев, возглавляющий половину экипажа, всю машинную команду. Ведь вот в таком виде вы не имеете права сделать замечание машинисту даже... за оторванную пуговицу. А кто вам сказал, что я намерен это делать? Вот если мои люди не держат пар в котлах, а я им не спущу. Но за их пуговицами, пардон, пусть следят жены, мамы или там, кому это нравится. Если откровенно, Вячеслав Семенович, я не разделяю ваших с Помполитом взглядов на жизнь моряков. Эти ваши искания в области новых отношений между командирами и подчиненными. Сомов был груб, но он реально смотрел на жизнь. Вот и я реалист. Да, я, как и мои люди, имею дело с машиной и машинным маслом. Я не могу всякий раз, появляясь, наверх надевать белые перчатки. Преклоняться перед взглядами Сомова – ваше дело, мое. Сделать экипаж полноценным, а акул – лучшим судном в бассейне. А вы что, уверены? Уверен. Что... И условимся так. Сегодня к обеду вы выходите побритым и одетым по форме. Если для вас это неприемлемо,
Можете отращивать бороду и ходить пугалом до конца рейса. Я обещаю, я не скажу больше ни слова. А после рейса вы тихо уходите в отпуск, и мы оба сделаем так, чтобы в дальнейшем нам с вами не встречаться на одном судне. Я выражаюсь достаточно ясно. Ну, куда яснее. Вы швыриваете за борт. Да не преувеличивайте, Стармех. Я хочу, чтобы за борт полетел только ваш грязный свитер и ваш скептицизм. Но если вы останетесь на оке, запомните, вы будете командиром советского торгового флота со всеми вытекающими из этого высокого положения обязанностями. В том числе, как вы выразились, и в области отношений между командирами и подчиненными. Вы свободны. Извините, Вячеслав Семенович. Георгий Александрович, да? У меня к вам личная просьба. Слушаю. Каким бы ни было ваше отношение к требованию капитана, пожалуйста, к обеду побрейтесь и наденьте китель. В конце рейса уйти с судна ваше право, но я же должен работать и с вашими людьми, вы понимаете? Хорошо. Жабрев. Жабрев отличный специалист. Будет жаль, если он уйдет. Николай Степанович, а вам не кажется, что вы к нему можете подобрать ключ? Пробую. Пробуйте. Пробуйте. Да. А зайти я вас просил несколько по другому поводу. В нашем полку прибыло. Вот. Прочтите радиограмму. Угу. Николай Степанович, как бы это все... Давайте подумаем. Полюбила я милого, а мы ехали далеко. Свят, Свят! Что такое? Парадный ковер, праздничный сервиз. По какой причине торжество, тетя Настя? Значит, есть причина. Батюшки, цветы. У моего прибора? А вы прочтите открыточку, что к бокальчику прислоненный. Ну-ка, ну-ка. Дорогой Игорь Петрович, в кают-компании вам сейчас ничего не подадут. Не такой сегодня день. И не просите. В каюте капитана вас ждут ее хозяин и группа товарищей. Тетя Настя, меня назначили министром морского флота. Идите, идите, вам там скажут. Добрый день. Вот явился. 4-300, сынище! Сегодня в 00:30 по московскому времени у товарища Карасева Игоря Петровича родился сын весом в 4 kg 300 g, ростом 52 см. Здоровье матери отличное. Приветствовать молодого отца допущены только те, у кого дети рождались, когда отец был в плавании. Вот вам, дорогой наш старпом, официальное свидетельство о зачислении вашего сына почетным моряком Оки. Спасибо вам. Поздравляем. Поздравляем. Проходите, Игорь Петрович, пожалуйста, вот сюда. Пожалуйста, проходите. Спасибо. В честь почетного моряка Оки и его родителей. Ура! 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 Ой, богатырь, а? Боцман, боцман. Ты же как понимаешь, никак глаза на мокром месте. Да, брось ерунду. Просто вспомнил, как у меня парень родился. Сейчас-то жених уж, а тогда... Знали об этом родиц да капитан. В общем-то, капитан ничего, мужик был. Ну, вызвал меня, по плечу хлопнул, и все.
помню, тоска меня взяла. Так домой захотелось. Пишусь к чертовой матери, думаю. Да, молодец наш Помполит. Здорово придумал. Подожди, не время, да сейчас не время, не пойми, но мне очень нужно. Извините, очень товарищи, нужно. Там, кажется, по мою душу. Что важное, вы, очень важное. Вы что шумите, Васильев? В чем дело? Так вот, мне он, комсорг, значит, сказал насчет этих денег. Да. А к вам, говорит, не время. Да как же так? Ведь деньги эти, которые мне, значит, дали. Ну-ка, так... подожди. Как это дали? Мы связались с колхозом. Выяснили, чем они могут помочь, чем мы. Я отправил радиограмму в пароходство, чтобы бухгалтерия перевела твоей матери нужную сумму в счет нашей зарплаты. Ну да, так, но... Но когда же я смогу выплатить такой долг-то? А при чем тут долг? Нет, я не могу. Постой. Разве эти деньги в долг? Это для меня новость, комсорг. Ты что-то не так сказал ему, что ли? Поди поговори с ним. Никак не хочет понять. Это наша товарищеская помощь, Федя, а ты... Да не могу я так, ну пойми, не могу я. Я не заслужил. И работаю я не то, чтоб уж так. Да ведь и уходить я хотел, Сакит. Ну как ты работаешь, дело твоей совести. Но пока ты наш товарищ. Ты сам разве не помог бы другому, случись у него такая беда? А уходить или не уходить с судна, это ты сам волен решать. Ого! Ну, сейчас Вячеслав Семенович мажет Федору. Это еще как сказать. Да тише вы, не мешайте. Не мешайте. Шах! Ну. Ваш ход, товарищ капитан. Ну, так, пошел. Ферзя же отдает, не Вячеслав Семенович. Так, ферзь ваш, теперь наш. Ну что же. Ну, тогда вам мат, Василий. Вот ты, да я говорил, что Вячеслав Семенович мажет. Вот дурень я, зевнул. Ну, ничего, вы в другой раз отыграетесь. Ну, а сейчас я должен идти. До свидания. Обязательно отыграюсь, товарищ капитан. Постараюсь. Когда ж постараешься, Федор? Завтра домой приходим, а ты списываться с судна хотел. Мало ли, кто чего хотел. Тоже верно. Теперь саки уходить резону нет. Вот именно. Ну что ты бренчишь-то? Давай, сыграй по-человечески. Да, ну это можно. Давай, вот тут. По глазам. Как про зеленые глаза. А? У него лучше есть. Давай. Ладно, про глаза. С тех пор, как встретил пару глаз зеленых, как трава, в раскос пошла судьба моя, кружится голова. Блеснули мне в глаза тогда сплошные зеленя, как звезды в небе вспыхнули и скрылись от меня. Как звезды в небе вспыхнули и скрылись от меня. Она, как лебедь белая, березоньки стройней. Я только то и делаю, что думаю о ней. Пушистый одуванчик, роскошная коса, приманчивый
обманчивы зеленые глаза, приманчивы, обманчивы. Ну, товарищи, что-то, видать, будет. А что я сейчас от старпома сидит именинником, на счетах щелкает и рот до ушей. Я поинтересовался было, да он к капитану спешил прямо со счета. Войдите. А, милости просим, Николай Степанович. Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо. Еще 19, 18, 7, 11. Вот, пожалуйста, Вячеслав Семенович, 35 тысяч. Правильно. А что это вы считаете? Это... Да, слушаю. Докладывает вахтенный штурман Викторов. Видимость резко ухудшается. Вас понял. Игорь Петрович, да? Поднимитесь на подмогу. Я? Да как же вы? Мне? Вам? Я. Вы же вчера при мне прекрасно вели судно в тумане, даже совсем в молоке. Ну, разумеется, если возникнут сомнения, немедленно сообщите. Словом, живо на мостик. Есть на мостик. Повеселел старпом. А, так что же вы все-таки считали-то? Хочу сообщить приятную новость, Николай Степанович. Вот мы тут со старпомом прикинули, подсчитали и пришли вот к какому результату. По итогам этого квартала... АК может войти в число 10 лучших судов пароходства. Как? Как вы тоже? Угу. Да. Вячеслав Семенович, да. Вот мы уже сколько плаваем. А ведь я до сих пор толком и не знаю, как вы очутились на оке. Как так вышло? Видите ли, с Ладожцем я решил расстаться в принципе. Там все уже было налажено, отработано. И главное, мой старпом стал отличным капитаном. Понимаю. А почему именно ока? Сейчас. Вот. Узнаете? Что, это мое письмо к вам? Я думал, не дошло, раз молчить. Если совершенно откровенно, вот оно, собственно, и первопричина того, что я здесь. Трудные, сложные, но очень интересные вопросы были поставлены в этом письме. Ну и захотелось ответить на них делом. И на оке еще раз проверить свои силы. Николай Степанович, давно смотрю на вашу папку и загораю от любопытства. О, видите ли, Вячеслав Семенович, я, может быть, недостаточно компетентен, но, понимаете, после этих двух рейсов к Дыню и Лулео у меня возникла идея дополнительного рейса в этом квартале, сверхпланового. Вот тут кое-какие расчеты, по-моему, получается. Как вы понимаете, это я опять в целях, так сказать, успешной воспитательной работы. Да-да, я так и понял, да. Так, ну что же. Ну давайте сверим тогда наши прикидки. Что? Я сам уже третьи сутки об этом думаю. И вы знаете, вроде бы действительно получается, так сказать, с технической стороны. И экипаж в приподнятом настроении. Люди ведь сами мечтают о большом деле. Thank you.
дьявол все коту под хвост. Сколько готовились к этому рейсу. Изыскивали резерв. Люди так работали. Вот тебе, пожалуйста. Шторм лупит третьи сутки, и конца ему не видно. Насколько мы отстаем сейчас? На 22 часа. Выше по двери в кормовой надстройке. Боцману осмотреть кормовые помещения. Старме, почему изменился режим работы машины? Трубки левого котла. Когда можете дать полные обороты? Справим пар, котел остынет часов за 16. Заглушим трубки. В общем, часов через 35. Да. Я спущусь в машину. Скажите механикам, что я прошу сделать все возможное, чтобы ускорить ремонт котла. Эх, такой рейс срывается. Да, плохо дело. Товарищ полковник, товарищ Стармик, а если не ждать, пока котел остынет? А верно говорит Васильев. Да вы что, сдурели? А чего? Ремонтируют котлы в горячем состоянии. Бывали такие случаи. Чем мы хуже других? Георгий Александрович, давайте попробуем. Давайте попробуем, действительно. А? Не разрешаю. Надо подождать несколько часов. Пусть котел остынет. Да у нас любой валдайский дед в такой жаре каждую субботу парится. Эх, я лезу! Стой, запрещаю. Погибнешь, кто отвечать будет? Да целехоньким останусь. Георгий Александрович. За вами, конечно, последнее слово, но такой рейс. Я готов разделить с вами всю ответственность. Никто не может разделить со мной ответственность. Я один за все отвечаю. Понимаю. Все. Все, будем ждать, пока остынет котел. Георгий Александрович. Дай мне шапку и ватник. Георгий Саныч, вам нельзя. Дайте я. Вы понимаете, я должен. Я предложил. Ну, товарищ Стармех. Ну, ладно. Пробуй ты. Есть. А ведь железный этот Васильев. Другие сунутся разок и все, а он 5 раз в топку лазил. Радист, включите динамики. Сообщаю экипажу. Благодаря мужеству и самосверженности машинной команды, и особенно Федора Ивановича Васильева, наш сверхплановый рейс сорван не будет.
Вячеслав Семенович, но ведь мы же с вами отставали на 22 часа. Да на ремонте потеряли еще 5 часов. 5, а не 35. Но в Алисунг мы все равно придем с опозданием на сутки. Верно. Не понимаю. Как же тогда? А вот это уже наша с вами забота, Николай Степанович. Чашечку кофе, господин Нильсон. Буду признателен. Пожалуйста. У вас всегда прекрасный кофе. Очень рад видеть вас снова в Швеции, господин Шубин. Спасибо. В моем родном Олесунде. Чем могу быть полезен? Господин Нильсон, делайте, что хотите, но вместо 3 суток мы должны простоять у вас часов 30. Ну, 35 и не минуты, и больше. Да. Странный вы человек, капитан. Другие говорят: о, господин Нильсон, и досталось же мне в море. Сегодня высплюсь, а завтра отдохну. Видите ли, шторм отнял у нас очень много времени. Понимаю, понимаю. А вам надо, как это, план давать. Эти русские слова. Постараюсь. Но пока ничего твердо обещать не могу. А как у вас с топливом? Mm-hmm. Алло. А, Георгий Александрович, как у нас с топливом? Да, не требуется? Mm-hmm. 140 тонн. Вполне хватит до дома. Да. Ох, простите, господин Нильсон, я должен был бы сразу, но за этой суетой. Сейчас. Вот. Вот вашей супруге от моей жены. Если мне не изменяет память, на следующей неделе у вашей супруги день рождения. Ух. Духи. Ах, Красная Москва. Я права. Ваша жена и вы так внимательны. Спасибо. Спасибо. Однако, раз вы спешите, я должен бежать. Бежать и все организовать. До свидания. До свидания. До свидания. Отдать швартовы. Малый вперед. А ведь молодчина, Нильсон, уложился в срок. Значит, мы сейчас уже не опаздываем. Практически нет. В машине! Прибавьте обороты. Thank you.
Доброе утро, Вячеслав Семенович. Как идем? Нормально. С небольшим опережением графика. Значит, через сутки будем дома. Можно? Да, пожалуйста. Георгий Александрович, что с вами? Со мной? Я должен доложить. Топлива на борту было несколько меньше, не 140 тонн. Сколько? 120 тонн. Я вам сейчас объясню, как это все вышло. Объяснение потом, Георгий Александрович. Ваше мнение, мы можем дойти до Клайпеды? Должны, теоретически. Должны практически. Экономьте каждый литр, Жабрев. После каждой вахты докладывайте, чем мы располагаем. Идите. Есть. Николай Степанович. Да. Если мы зайдем в любой загранпорт для загрузки топливом, плановое время рейса будет, безусловно, сорвано. Но если не дойдем своим ходом, обестопливание в море приравнивается к аварии. Понятно. Вот уж точно, что беда не приходит одна. И барометр начал падать. Ветер поднялся. Топливо осталось на полторы вахты, товарищ капитан. На 6 часов. Вас понял. Старпом. До Клайпеды хода 6 часов и 30 минут. Топливо на 2 часа. Точно? Я могу быть уверенным? А я тут каждый литр. 2 часа гарантирую. А сколько до Клайпеды? До причалов хода 2 часа 25 минут. Это означает, Николай Степанович, что практически до внешнего рейда мы можем дойти своим ходом. Ну а дальше... Радист! Есть. Молния. Слушаю. Начальнику пароходства и капитану порта. Вследствие шторма запасов топлива для швартовки может не хватить. Прошу выслать на внешний рейд буксир. Обеспечение входа в порт. Не расценивайте просьбу как обестопливание. Точка. Передавайте. Есть передать. Старпом, на всякий случай, все, что может быть использовано как топливо, к топкам. Есть. Топливо на 30 минут. Вас понял. Ответ пароходства, товарищ капитан. Ваш запрос подтверждаем. Точка. Высылаем навстречу качестве буксира спасательное судно «Нептун». Совсем все. Отдыхайте, Георгий Александрович. Мы дошли. Да. Кажется, рейс закончен. Остается ждать, когда этот Нептун пожалует.
Давайте, закурим. Игорь Петрович, вам передали радиограмму, что жена с сыном приезжает завтра? Так что, устроим встречу первому почетному моряку Оки по всей форме? Кстати, вы теперь ей часто пишете? Пишу. Чуть ли не каждый день. Вот это хорошо. Нелегко им, моряцким женам. Долгие разлуки, короткие встречи. Да. Трудное счастье. Буксир идет! Точно! Нептун. Красивый кораблик, как игрушечка. Внимание! Окей! Удаю бросать на носовую палубу! Готовьтесь выбрать буксир! Шевелись! Есть! Поймал! Ну, знаете... Капитан этого Нептуна просто редкостный моряк. Вячеслав Семенович, он ведь очень рискует, находится в опасной для себя близости от нас. Но зато в самой удобной позиции для дела. На Нептуне буксир закреплен. Молодцы! Понял нас! Держите за мной! Нет, определенно, капитан Нептуна молодец. Вы видели, Помполит, какой он сделал виртуозный разворот? А как аккуратно прижал нас к причалу? Радист, включите динамики. На Нептуне, говорит капитан Оки, я восхищен вашей работой. Примите мою благодарность. Игорь Петрович, отправляйтесь к капитану Нептуна... И от моего имени пригласите его на Оку. И капитана порта пригласите. Капитан Нептуна. Прошу любить и жаловать. Вот это да, Александр Александрович. Он самый. Ну, рад. Чертовски рад, что мог быть полезен. Но вы, Вячеслав Семенович, грохнули благодарность на весь порт. Ну, право, это лишнее. Но если откровенно, польщен. А где же наш... знаменитый Помполит. А я здесь. Здравствуйте, Александр Александрович. Честь имею. Александр Александрович, товарищи, товарищи, прошу к столу. Значит, завтра опять в рейс, капитан. Да, точно по графику. И какой прогноз погоды?
Да не важный. Что, опять болтать будет? А, все-таки укачивает, Николай Степанович. Да нет, ничего. Я нашел одно средство. Да ну, не секрет? Секрет. Но вам открою. Бреюсь по 3 раза в день. Да-да. Можно? Да, в чем дело, Георгий Александрович? Я не дипломат, капитан. Да. Но живой человек, и хочу все это кончить, и чтобы побыстрее. Не понял, о чем вы? Ну что вы тянете с приказом о моем списании с корабля? Приказ будет. Ну, в общем-то, это и к лучшему. Я устал быть классной дамой, санэпидемстанцией, там, затейником, и черт тебе знает еще чем. А потому так все и получилось. Устал. И проморгал с топливом. А и к лучшему. А ведь сейчас вы кривите душой, Георгий Александрович. Как это и к лучшему? Уйти с оки, совершив такой ляпс... С вашим-то профессиональным самолюбием. Да не лезьте в душу, Помполит. Георгий Александрович, а с чего вы взяли, что будет приказ о вашем увольнении? М? Ну как? Выговор в приказе, это я вам обеспечу, конечно. Обязан. И все. Как? Значит, вы меня оставляете на оке? Ну, вы же сами очень верно сказали, что вы живой человек, как все. А у живого человека могут быть ошибки. Я, значит, могу идти? А может, кофейку с нами? Да, нет, спасибо. Значит, я могу... Я пойду. Все правильно, Вячеслав Семенович. Пейте кофе, остынет. А, что кофе? Знаете, капитан, как-то вдруг о многом подумалось. Вот почему я, армейский политработник, вдруг очутился на море. Вы на оке, Сомов на спасателе. Почему наша ока еще не так давно плелась в хвосте, а сегодня на хорошее место в пароходстве претендует? И жизнь на ней уже другая. Ведь все это не случайно. За суетой будни как-то не задумываешься над этим. Но приходит минута, когда оглянешься вокруг, и вот тогда ощущаешь те мудрые законы, по которым живет твой народ, страна. И понимаешь, командир, здорово, что все это так у нас. А? Да. Прав, комиссар.